Израиль предпринял первые шаги по обмену сотен палестинских заключенных на пленного израильского солдата Гилада Шалита. Обмен должен состояться 18 октября. Он положит конец истории похищения, которая началась 5 лет назад. В июне 2006 года боевики движения «Хамас», проникнув на территорию Израиля, захватили в заложники молодого израильского солдата, которому на тот момент было 20 лет. Палестинских заключенных свозят в тюрьму Хашарон со всего Израиля. Всего Палестине выдадут 27 женщин и 450 мужчин. Их имена уже были опубликованы. В список попали палестинцы, заключенные за участие в атаках, в результате которых погибли десятки израильтян. По меньшей мере 5 человек попали в тюрьму, не достигнув 20-летнего возраста. Президент Шимон Перес получил данные по 477 заключенным в субботу. Ожидается, что он подпишет указы об их помиловании уже во вторник.